Иметь защиту важно для каждого человека, защиту и безопасность. Во все времена это было весьма актуально. В конце видео я покажу вам короткий ритуал, которым пользовались еще наши прадеды, древние люди. У меня в руках две веточки рябины. Рябина с древних времен считалась деревом магическим. Поэтому так вот, совместив две палки, перевязав их нитками, в данном случае здесь черные нитки, могут быть красные, могут быть шерстяные, я нашел то, что было под рукой. И завязываем эти нитки вокруг этих палочек, чтобы их соединить, и начитываем простецкий деревенский заговор от сглаза, порчи, проклятий, злых духов, нечистой силы, раба Божия Владимира. Вы можете назвать свое имечко, вот, и прочитав этот заговор 7 раз. Крестик готов, концы ниточек завязали на 7 узлов и остатки отожгли огнем. Для того, чтобы этот крестик был постоянно активный, его лучше поместить за зеркало. Это может быть зеркало в прихожей, зеркало там в ванной, зеркало в спальне, где угодно, за зеркало. Вот таким вот образом. Все. И зеркало будет всегда отвечать защитным функциям через крест.